тоже, блин, вообще цирроз печени. Сын у него инвалид первой группы. Вот, все. Угу. Вот мы... А приступили к тушению пожарные когда примерно после прибытия? Когда все горело. Когда уже начало гореть. То есть у них, в принципе, реально была возможность это заранее, да, там, полить овраг водой и не допустить. То есть они ждали... Если было бы, блядь, дохуя машин, конечно, были бы. Понятно. Ну, в принципе, ну, две машины, вы считаете, этого мало, да? Для... вся улица горит. Ну, это ужас. То есть, возможно, еще, да, какие-то дома могут загореться. Я вас понял. Спасибо большое.